В Ульяновске состоялось антитабачное шествие. Оно прошло в рамках Всемирного дня без табака. Дай понять, кто ты, звук на максимум, Виктор, прям в колонке. Покажи всем, кто тут самый громкий. Шествие началось от площади столетия Ленина и прошло по эспланаде до площади Ленина. Там был организован праздник здоровья, молодости и спорта, в ходе которого состоялось выступление роллеров, скейтбордистов, велосипедистов и паркурщиков. Желающие смогли поиграть в бадминтон и баскетбол.